прошлом это метро. Что-то похожее. Ну, точно было там что-то для ребенка надо было найти. Пули так и отскакивают. И вернуть. Типа помогало влиять на хорошую концовку. Блин. Прослушал, куда, где гулял этот красавец. Парень, опять экранчика. Я уже ее видеть не могу. Ты бы мне хлебушка достал, а? Да я же... Эх, побольше бы таких гостей, как ты, Паш. Спасибо. Да не за что. Тушенка, тушенка, свежая тушенка. Он в охрану пацанов набирает. Пацанов. Это ж караван заморозил. А ты откуда знаешь, что рыбу они рады? Блин, нигде не видно этого. Ведьмежонка. Такого, от которого мама. Да нет, там другая фишка. А вот барсетку возьмите, пацаны оценят. Молодой человек. Да-да, вы. Может, судите еще патрончиком? Душевно благодарю. Кепки кожаные, последний писк. Так, музыкант, типа. Да не, нафиг, сдалась. Медвежонка не видели? Может, все-таки поможете парой патрончиков? А кому рыбки сегодняшней? Блин, нету. Заховали. Лучшая куртка, недорого. Да ну, гоним. А кому рыбки свежей? Пацаны, не видали. Ну и где вообще пацаны, я не вижу. Ну ладно. Не нашел, извиняйте. О, говоришь. Слышь, попроси своих мне броник сварганить и закопать. Ну, извини, не нашел. Посетите наш тир, спешите, количество мишеней ограничено. Телок не калечить, ясно? О, какая красава. Анжелка, жги чисто еще, три рожка, да. Только что бегала. Покупайте наггетсы. Вот там. Вам отдает чисто. Ладно. Медвежонка не видели? Ай, красава. Эй, а деньги? С бугра местного спроси. Ага. У нас тут ни коммунизм, ни разум. Это ты чё, вообще? Совсем уже одурела? Они же с кислым корешуют. Чё, в натуре? Да чё хорошо, ж ты такое? Ка. Всем корешам за так дай, а патроны всё равно гони. Чё это за жизнь-то такая? На кой оно мне всё? Лучше б я в колхозе. Ну ладно, отдохнули, пора и честь знать. Значит так, сейчас рассчитываемся с кислым. Иду и к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Эй, красавчик! Двинули чё дальше, меня... дело не ждет. Что за... Чего кислая мина? Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там все. Ну ты прямо атас. Ну прямо бешеный. Ну, сказал бы по-человечески, что не в моготу. Да
Что тебе станцевать, сладенький? Говори, не стесняйся. Не. Я сама на выдумке гораздо. Не, извиняй, сеструха. Я в первой части уже обжегся. На этой теме. Поэтому... И это все? Странный ты какой-то. Эй, если надумаешь вернуться, я всегда тут рядом. Да, нет. Откуда у них здесь квартира? Так, тихонечко. Уникальный шанс доказать свою меткость и скорость. Тихонечко. Посетите наш тир. Специальные цены на меню. Большие скидки. Самое свежее мясо. Покупайте, налетайте, разбирайте. Стрелок бывает. Так. Пацаны, надо кому волыну. Есть реально все, подходи. Скажу-ка я позырить, как там дверь, закрыта или нет. Так. Аккуратненько. Так, там второй. На эту тему. Сидел бы сейчас с пацанами на хазе. А ну иди сюда. Спокойной ночи. Позырь, позырь. Брателло. Потихоню. Видал того в шлеме? Он крайнего раза чемоданчик притаранил. Кислый еще потом чемоданчик этот на Октябрьскую сказал оттаранить. Агитация там типа, все такое. Только есть маза, что лажа все это про агитацию. Ну кто на чемодан с бумажками замок вешает? А чё ж там было-то? Так а то ж. Так вот то ж. Тихонечко, ребятки. Так, расходитесь. Так. Аккуратненько. А? Чё? Спокойной ночи. Тихонечко. Ну чё тут, как?
Тихо все. Вы тут смотрите, что за карта. Ну, что мы совсем? Что ты там жаришь? Да Надюхе ж картинку обещал. А тут мастила этим, бля. Не могли что-нибудь поднять, что-то. Так знаешь, сколько надо, и все дела. Вот, точняк. Сейчас только выберу, что покрасивше. Так, фу, много вас тут. Народу шляется. Ну ты даешь. Чё-то? Да ничего. Ну а чё? Так и поползли. У нас вот как-то тоже было. В общем, накатили мы с пацанами. Тихонечко. Накатили, только шурачки не лазили. Ага, не лазили они. Да вы ж на постой, вам. Тихо. Не спешим, не спешим. Мы ж по стелсу. Не, ну когда уже пробуют, будь, я уже ждать не могу, честно. Да куда ты пробовать? Только пошло. Офа. Ну вот и налей, а то что, сорит на него? И посмотришь, ничего с тобой не будет. Вот я еще фильтр сейчас. Короче, мы набухались и решили добавить. Тю, так это разве набухали? Да нахер твои фильтры, трубы горят. Ну-ка, похоже, спи. Че за фильтр? Че за тема? Тихо. Это как фильтр от противогаза. Чё-то мне здешняя брага как-то не того. Дух чё-то... Фу. С фильтром двойная же очистка. Тихонечко. Другое дело. Двойная очистка. Ну ты гонишь. Нахера фильтр переводить, когда у пацанов вон трубы горят? Так ли? Точно. Да какой переводить? Пользованный же. Да ты спирит тут все мозги выгнал нахрен. С твоей очистки тут все кони двинем. Нет, ты таки вообще... Хрен борщи! Чё ты мне тут лечишь? Ещё и круче забирает с фильтра-то! А мне хоть так, хоть поперёк, лей уже давай! Рано! Бухарьки хрен! Ну ждите, ждите, а я двину отсюда! Ещё припашут вас таскать потом! Нефиг нас таскать, мы сами куда хочешь! Это после твоих фильтров? Сомневаюсь. Ну бывайте! Так, аккуратно, тихо. Ох, чё не спалился? Так, не сюда, значит сюда. Бросай оружие! Руки за голову! Надо же, кого я вижу! Ох, ловкач, все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбу давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить... Так, спокойно, спокойно! Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести.
На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежать, суки! Артём? Ах ты, сука! Ваня, ушел, подлец. Ушел, гад! А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допер? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебя отсюда надо. И в темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Писец. Идем быстрее. Ну, радости ты мне, сука, добавил. Улизнул, красная собака. Ну, это было, в принципе, ожидаемое явление. Что этот гад смоется. Надевай! Это тебе мой презент за бандитов. О! Новый прикид. Ну что ж, пожалуй, на этом мы завершим нашу сегодняшнюю серию. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Андрей. До новых встреч, друзья. Это было круто, мать вашу.